уверен, что судью никак не убить. Это невозможно. Всегда светит срок. Ну, не только за судью, вообще за кого-либо. Но судью нужно убить. Это человек, да, человек, но человек, который лишен понятия, что у кого-то есть семья, у кого-то есть дом. Кстати, насчет Тода. Дом 100 метров, квартира была забрана. За что? Поганец мясник помогал судье во всем. Это был не друг его, но это был его союзник.